Боже, ты скелет, это натуральный скелет. Ты видишь, там что творится? Ужас. Да. Надо ремонт держать, не будет. Ты видишь, падает маточка. Так, ребята, мы взяли луговой и начинаем луговым. Шампунь из всего, что есть, ребята, очень хорошо снимает блохи любых паразитов. Луговой шампунь. Боже мой, на ребра, бедное дитё. Все равно нужно минимум пару минут подержать ее намыленной. Наверное, мы потихонечку намыливаем. Да, девочка? Ну, такой зерошный ребенок. Такой мой хороший. Такой красивый. Смотрите, такие немножечко. Все будет хорошо, малыш. Да. Все будет хорошо. Все будет хорошо, зайка. За один раз, конечно, не вымоем, но потом еще раз искупаем. Главное сейчас основную массу снять с нее грязи и паразитов, чтобы они ее не жрали живьем так сильно. Потому что, ну что это динозаврик, а не собака. Это просто маленький динозаврик у нас. Сейчас, мой солнышко, тебе уже кашка ждет потихонечку. Кашки дадим с мяском. Да, прокапали ребенка. Не знаю, будешь ты кушать или нет, но глюкозкой мы напоили, капельничку сделали. Не бойся, малыш. Не бойся, давай попу свою поднимемся, да? И мы немножечко помоем тебе попу. Вода грязно-бордовая. Блохи сожрали. Какая малюсенькая, так долго моем, да? Пока все ототрешь вот это. Это же ужас. Все скатанное. Все шершавое. Песок какой-то сыпется. Все сыпется с нее. Ты посмотри. Здесь шкуры-то нету. А на нее все сыпется. Нет, это убираем, мы этим еще раз ее вытрем. Садись, садись. Садись, садись. Сожраты. Шея. Шея все сожраты. Животик весь. Вот видишь, что творится.
Это мы, нет, посмотри, какая Настя искусственная. Жуть просто, ребят. Это просто уже мы отмыли. Переднюю покажи. Жуть просто. Да, передняя лапа вообще страшная. Страшно все. Она вся такая. Где не нажмешь. Она везде красная вся. Так, малышка. Сейчас мы тебя еще немножечко протрем. И будем сушить. Ушки хорошо. Даже лоб, видишь, он красный весь. Это дырка. Так, ты включил уже? Угу. Вот видишь, обосрался, обрывается. Подними, подними. Угу. Она вся сожранная. Она вся красная. Она говорит, красивая девочка. Маленькая, хорошая. Ну вот, доедаем. Доедай, мое солнышко. Доедай. Немножечко дали покушать. Чуть позже дам еще. Все, кроватку приготовили. Сейчас закутаем, пусть лежит. Да, солнышко мое. Маленький мой. Ты мой хороший ребенок. Будешь еще? А вот из рук она не берет, ребят. Она стесняется. Сейчас у нас еще остывает бульончик. Потом чуть позже дадим ей еще бульон. А сейчас дали две мясных тефтели. Индюшачьи. Индюшачьи. Да, Люда принесла две больших индюшачьих тефтели. Для нее специально. Ну что, ребенок? Пойдем. Ложись вот здесь. Вот так. Да. И сейчас мы тебя накроем. Вот так. Вот так. Все, ребенок, ложись и спи. Будет холодно, укрою еще.